Salam uşaqlar, bu gün rus dili test toplusu işləyirik və davam edirik leksika, толкование слов o toz 3-cü səhifədə uşaqlar. 89-cu sualımızdır. Какое слово объяснено неверно? Яни izag düzgün, yəni səhv verilibdi, belə deyək, düzgün verilməyib, неверно. Gəlin baxaq. Чемпион - победитель в соревнованиях. Düzdür. Deməli, чемпион yıllarda qalib gələn insana deyilir. Rassvet vremya pered zakhodom sonca. Uşaqlar burda gün batmadan əvvəl, deməli vaxtda belə yazılıbdır. Rassvet yəni şəfəq deməkdir, amma əslində düz deyil də, hava işıqlananda rassvet deyilir. Подвиг героический самоотверженный поступок будуизdə sıxayır qəhrəmanlıq, məsələn, fədakarlıq. Gimn dərjesində nəğmə, simvol dövlətli birliyidir. Albertə düzdür, himdə təntənəli mahnıdır, dövlət birliyinin simvoludur. İnformasiya səbəciyə polozheniy del deməli, informasiyada belə deyək də məlumat deməkdir, də, işlərin vəziyyəti haqqında, məsələn, 90. Какое слово объяснено неверно? Бурдада. Демяли. Аттестат. Документ об окончании учебного заведения. Правильно. Аттестат. Э, демяли. Доверян, бер, э, адет, э, сонгра. Гардероб. Книжный шкаф. Шахлар. Гарди, гардероб. Бу палтар шкафа да. Китап так, город крупнонаселенный населенный пункт минута мера время равная 60 секундам и бинокль ручной оптический прибор. Это правильно. 91. Какое слово объяснено неверно? Духсамберда. Заповедник. Место, где сохраняются редкие животные растения. Так, правильно. Алмаз, драгоценный камень. Пяли. Пахалы. Да что? Геолог. Учитель географии. Шахлар. Геолог. Burda yazıb ki, coqrafiya müəllimidir, əlbəttə ki, yox. Burda yer qabığının tərkibini, məsələn, strukturunu məşğul olan elm adamına geolog deyilir. Tak logika, nauka zakonakh, myşleniye, budüzdüm, aktyor, ispolnitel roliev v kino i v teatre. Pravilı, 92. Ukazite nevernoye tolkovaniye slov. Düzgün olmən, zaxvatiti, dotronutsa. Tutmaq, toxunmaq deyiriksəm, Burda uşaqlar, deməli, tutmaq belə deyək də zakhvedit, yəni tutmaq, məsələn, hansısa bir yeri zəbt etmək, işğal etmək. İdatronusa e, bu düzgündə, da tronsa da toxunmaq deməkdir də, yəni buraya düzgün verilməyib. Zakipet, nachat kipet, yəni qaynamaq, bu düzdür. Ondan sonra zaveshchat, veridat pozaveshaniye, məsələn, vəsiyyət etmək. Закрасить, покрыть краской правильно, да, няйся, боя мах, покраснеть, стать красным. Месалян, беля, грымзыя, да, стать красным. Месалян, ханса, бир хасталихтан сонгра, да, месалян, бу шакильда. Духсанюч, Укажите верное толкование слова. Гелим бахах, бурда. Демяли. Выступать. Осторожно идти. Выбросить, далеко бросить, вытереть, сделать сухим чистым. А, у Шахлар Бурда. Укажите верное толкование слова. Я не дюзгюн улана сешмаяли их, да, без дузгюн оланы. Дузгюн из Так, выступать. Осторожно идти. Uh -huh. Выбросить, далеко бросить, вытереть, сделать сухим, чистым, выбрать, брать у кого-либо, выполнить, сделать вовремя. Ага, демяли ушахлар, дюзгюн олан вытереть, сделать сухим, чистым. Я не нэйсэн, беля дейта, сильмяй, куруэтмяй, тэмзлэмяй. Буны дюзгюн верили. Каланнары дюз, демяли изахан верилмей бурда. 94. Какое слово разъяснено неверно? Неверно, демяли, конверт заклеивающая упаковка для писем дюзды. Burada, зерфді, учн, yapушкан, фантазия творческое воображение вклад вложенные куда-нибудь деньги ценности так великан человек огромного роста и наследство и имущество, которое сдается в банк. А, Демяли ушахлар наследство мирас демяйти в а, бурда язловки мирас банка тахил верлен эмлак юх. Улен адамнан сонгра, меслен варислере а, калан мульчати или это наследство мирас. Какое слово разъяснено неверно? Дюзгин верил Фонетика, наука о звуках речи. Aha, lektor zal gde chitayet lektsii. Yo, uşaklar. Lektor e, muhazira oxuyan insana deyilir. Lektor. Tama burda deyilir ki, mühazirə oxunan zala deyilir. Так, азот – химический элемент. То есть, синтаксис – раздел науки о языке. Это правильно. Биология – комплекс наука о живой природе. Это тоже правильно. Какое слово объяснено неверно? Сяф Верлян. Университет, высшее учебное и научное учреждение. Так, это правильно. Квалификация, уровень профессиональной подготовленности. Это тоже правильно. Произведение, продукт труда, творчество. Батон, хлеб удлиненной формы. Это правильно. И у нас километр. Километр мера длины равная 100 метрам. Шохлар. Э, демяли километр, 100 метра, барабар, демяли, узундух, ольчысу дейр, ама юзайок мина, да, дюзду били рихи. Она гюра да, бута сах верлипти. 97. Какое слово объяснено неверно? Дюзгюн, э, изах верлим. Иллюстрация рисунок в печатных изданиях. Так. Завод, промышленное предприятие, жакет, верхняя одежда. Правильно, логика, наука о законах мышления. И э, делегация. Человек, представляющий какой-нибудь коллектив. Шахлар. Делегация. Бу. Нумаэнда хаяти. Вя урда Бир инсаннан и Делегация. Дириса урда демели. инсаперняча Бир Deməli, deleqatsiya, amma burada "çilovək" deyə insan deyə yazılıb, da? Məsələn, yazıb ki, hansısa insan, hansısa bir kollektivi təmsil edən əm. Belə deyildə, hansısa bir kollektivi təmsil edən bir insandır. Amma insan yox, çilovək yox, məsələn, ola bilər "lyudya" da, içində məsələn, insanlar. Какое слово разъяснено неверно? Burada da harda səhv verilib? Aromat, duşu, zaniyatny zapokh. Uşaqlar, aromat bu qoxu deməkdir, ətir deməkdir və burada yazılıb ki, nepriyatny zapax, yəni xoşa gəlməz qoxu. Yox, bu düzgün verilmir. 99-a hansı söz əbiyasnəno neverna? Burdadadır. Hansı düzgün verilmir? Gəlin baxaq. Pyoştry, raznotsvetny. Reng-perə, bodry, polny energii, pravilna. Nevzrachny, samoe vazhno. Uşaqlar, nevzrachny. Я не из это важное, какое слово объяснено неверно. Так, очаровательный, прекрасно, очень красиво, правильно, искусно, умело, хорошо знающий свое дело. Так, равнодушно, безразлично к людям. Импортный, вывозимый за границу. Шахлари, импорт. Надемях, это импорт ит хал демект, я не, бурда языфки хариза ихрат едилер, ама билирифки импорт харистан гелен не тейлер, да, ансабир маль гелеста бис импортный, например, импортны маль да ти Юзбир, существенный, важный, необходимый, бурда дюзверлепты, бережный, заботливый, внимательный, бурда даду уникальный, единственный в своем роде, экспортный, привезенный из за границы, у шахларки уж Борта экспортный дель. не... Бахабиля. Экспортный. же их храц ты имеешь. Друзья, привезенный из-за границы дель. Привезенный из-за границы. Бу импорт олов. Ама. Вывозим из-за границу, Это уже экспорт. Беля. Венюз и кида. Навык, умение выработано упражнениями, привычкой. Альтернатива необходимость выбора одного из нескольких возможных решений, правильно? Каллиграфия, искусство четкого и красивого печатания. Шахлар, фиктиверен. Каллиграфия. Бурда язлапти, меслен айдын чап сенет да, чап, я не yani, печатание, да, чап санати. Ама бурда ния sərf götürdük çünki piçata niyə yox yazı yazının yazı sənədi gözəl və belə deyək də aydın olan yazıya biz kalliqrafiya deyirik belə sağ olun görüşərik uşaqlar